Кто нервный? Я нервный. Я, значит, давеча посмотрел Простоквашино. Я посмотрел его первый раз. Так, три по всем. Хотим мы три по всем, кстати, сейчас зафигачить. Мне, в принципе... Ну ладно, давайте лучше кристалла маны пока что. Короче, посмотрел я давеча Простоквашино. Оказывается, Простоквашино — это первый советский мультфильм про гей-пару, которая как бы говорит нам, что вы можете быть геями в Советском Союзе, если вы животные. Вот. А, 1-5, 3-5. Блин, даже не знаю. Давай-ка я тогда тебя вот так вот развлеку. Сойдет. Вот, это первое. Второе, то, что за велосипед вломили дядю Федора. Ой-ой-ой, оскверненный осциллятор. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Ребята, вы прям чувствуете? Я чувствую эту боль. Интересно, там есть сайленсы, кстати? Очень странно, не знаю. Не знаю, есть ли там сайленсы, но мне очень страшно. Хотим... Значит, это этот комбо-обед. Мне нужен буйный рост для дополнительной карты. Интересно, если я пряху судьбы как-то сыграю хитро. Да не, там никак не будет красиво. Давайте, пока есть возможность плотоядный куб сделать, я его сделаю просто вот так вот. Да тебе к доктору надо. Почему тебе пишется третий ранг, когда ты играешь на 20-м? Бак. Не бойся, хапа, мы с тобой. Очень страшно. Хотим ли мы в пряху? Манипулятор. Еще один скорбный осциллятор. Ой. Да, не дает мне манипулировать. Правильно делает, на самом деле. Не дай бог, я смогу сманипулировать. Есть люди, которые просто банально не пуганные. Так, здесь вот так вот. Так, теперь у меня вопрос на миллион. Он сможет меня убить? +2, +2. Давайте просто попытаемся выйти на летал. Не знаю, как быть в такой ситуации, но мне кажется, что так нормально. Так, это может быть приз, который юзает спелл, что хил наносит урон, и ясно за 3 маны двух этих штриха 6-6. Да, он так и будет делать. Так, он так и делает, он это и делает, собственно. Но только он не должен еще меня успеть убить. А, не, подожди, он сделает и сделает сок. Он успевает меня убить. Оу. Я понял. Я понял, Сози. Я понял. Однако. Честно говоря, я не ожидал, что он так быстро это сделает. Ха-ха! Окей. Я понял. Так, паузим, давайте на рейджорка прервемся. Честно говоря, я не ожидал, что так быстро. Но, видимо, зря не ожидал.